Веселые праздничные песни на польском под живую музыку. Многодетная семья с нетерпением ждет один из главных дней в году – католическое Рождество. В этом году они будут молиться и готовить традиционные праздничные блюда в Барнауле. Мы могли быть в Франции, мы могли в Африке попасть. Африке, везде, да. Просто нам как-то избрали нас, чтобы мы там... Ну, это причина тоже языка, да, что нам... Легче было легче выучиться русского языка, чем примерно китайского. Из Польши в Барнаул переехали 4 года назад по распределению на помощь местной католической церкви. По словам католиков, здесь гораздо больше людей, которым нужна помощь. Проблема, что многие люди вообще не знают Господа Бога, да? И поэтому как бы церковь видит, что это проблем, что человек страдает сильно, да? Потому что каждый ищет любви. А наконец, один, который является любовью, это Господь, да? Если человек об этом не знает, он искает... Мы видим, особенно в России, как много страдают люди и упадают и в алкоголь, и наркомания, и все такое, да? Здесь, говорят католики, мало по-настоящему верующих людей. На родине пока гораздо больше. Кроме того, готовиться ко дню рождения Иисуса в краевой столице тоже непросто. Тяжело найти продукты на праздничные блюда. Грибная суп. Борщ с ушками. Борщ, а ушка как по-русскому? Пельмени. Пельмени, ага. Пельмени с грибами. С грибами. Что там еще? Рыба. Капуста с фасолой. Капуста с фасолой. Кутья, где я не мог здесь покупить этого мака. Очень трудно было найти. Кроме праздничного ужина, они читают молитвы, слушают Евангелие и готовят музыкальные выступления. Еще одна традиция католиков – тематическая постановка. Специально к Рождеству каждому из детей шьют костюмы. Маешь и род с царством есть, с молодежь небесный цвестный, трон твой хочет, а мы нет, от пицаря изгнать. Семья признается, в Барнауле жить тяжело. Зимы холодные, а летом много комаров. Но о том, что пришлось оставить дом, работу и родных в Польше, не жалеют. Говорят, так распорядился Всевышний, а значит, так надо. София Ценко, Андрей Печоркин, День с толком.